6. Сегодня пятница, уже где-то 8:40 утра, и я сегодня еду в МГУ. На школе что-то типа университетские пятницы. Те, кто гуманитарий, ездят в МГУ, как я. Или ездят в Мамонтовку, те, кто технари. И сегодня у нас вроде две пары. Это история и русский. Также мы с друзьями договорились сделать кимпав. Спойлер, кимпав делали не мы, а я. Поэтому мне нужно купить продукты. У меня уже есть круглозерный рис, огурцы, морковь, яйца и говядина. Поэтому мне остался только дайкон и листья нори, или ким, как хотите называйте. Мы поэтому заедем в магазин, а потом будет что-то типа кукинг. И я уже позавтракала, поэтому осталось только одеться и собраться. Кстати, оцените мою тетрадку для МГУ. Вот такая вот у меня, с бэнтом. У меня тут все по предметам. Вот тут русский синенький такой. Тут литература. Сейчас тут историю еще найду. Вот история у меня такая вот. И по обществознанию мне ничего не написано, потому что я сижу и ничего не делаю. Уберите камеры. Катя, уберите камеры. Не морщи. Следующая станция Лубянка. Должны были стрясти, но здесь нет. Бывает. Катя, I love you. Что ты хочешь снять? Ой. Ну, расскажите о своем дне. Отвратно. Мы идем в МГУ. Хотелось бы лежать дома, конечно. Нет. Disgusting. Я сосисочный вор. Я во сне вчера не потому что вы наконец-то трясли, и ты в итоге ушел. Говорит, вы сказали, что мы шли к черту, вы будете места занимать. Вот, что? Нам не открывают кабинет. Ваше мнение по этому поводу? Мне пофиг. Так, значит, тут прозвучало, что такое чугунный устав. Знаешь, что такое чугунный устав? Это реформа, которая, ну, так называется, дентарная реформа, которая вводит вот это соотношение повинности крестьян и... Я в туалете нашла какую-то кладовку. Яков, не будь домой. Уроки корейские. О боже. Ушли, ужас. Про меня забыли. Кошмар. Иду такая одинокая, пока на меня капает. Иду такая одинокая, пока на меня падает снег. Кошмар. Осторожно, двери закрываются. Следующая хо, станция Кропоткинская. Покажи. Нам не туда, Таня. Больно ногам. Это вот этот бус нужно или домой туда? Я еще решила самолет, там наушники гибли. Мне понравилось, что вы не пишете.
Не понравился ему. Girl. Помпи, да? А сердечки считай? Ну, я не считаю, но... Ну и не надо. Я. О, здравствуйте. Опа, опа. Ну тоже. Я думаю, мукбанг профессиональный, Катя, ставь сюда. Да, мукбанг вообще-то снимаю. Замолчи, shut up. Опа, опа. Бульончик, конечно же. Не дороже, чем... Ой. Это рис с тайком. Это ким или нори. Это у нас говядина. Это морковка. Это два огурца. Вот. И там еще надо будет омлетик сделать. Это вот такие вот омлетики. Хорошо получились, считаю. Это тут мясо маринуется. И это мне прекрасные люди порезали омлетик. Hello. Hello. Это как я делаю кимбап. Мировой важности. Нет. А? Объедки? Объедки. Дорогая такая, так что дружница Катя. Поцелуй с вами. Лучший мукбанг ever. Да. Сейчас будет. Вот так. Делаем. О. Прекрасный мукбанг. Да, он классный. Что заставить сюда музыку? Подожди на секунду. Дуня, ням-ням, да? А дуешки. Таня, ням-ням, да? На этом все. Спасибо за просмотр. Пока.